Всем большой привет. 11 тысяч человек ранены. Да? То есть 11 тысяч человек ранены и 3800 человек погибли. Прошло 10 месяцев. Ильхам Алиев уже запустил самолеты, он построил мощный аэропорт Физули. Ильхам Алиев построил сотни километров качественных дорог, 20 памятников и объектов он открыл только в Шуши, да? А мы 10 месяцев слышим только о воровстве. Своровали столько. Если магацентали, я даю вам вопрос. Вы считаете, что люди, которые работают в правительстве Арцаха и постоянно под махинациями, вы считаете, что эти люди должны так себя вести? По-вашему, память о погибших парнях, уважение к родителям в Армении, которые отослали своих детей за Арцах воевать, вы считаете, что вот так надо хранить память? Вот вы напишите свое мнение, что вы думаете о людях, о министрах, чиновников, которые сидят в Арцахе, воруют деньги, пишут, вместо 20% пишут, что 100% ремонт сделали. Что вы думаете о людях, которые через 10 месяцев после страшной войны заняты воровством денег? Эти ребята приехали из Лори и Ширака за вас воевать. Вы воруете армянские деньги. Это что? Это память по отношению, достойная память по отношению к погибшим? Это уважение раненых? Вы считаете, что эти люди, которые критикуют нас, журналистов, за то, что мы говорим правду, в вас нет даже ни капли человечности? А мы говорим Алиев. А у Алиева ни одного арестованного чиновника нет. 10 месяцев Алиев работает в этих районах, которые он забрал у армян. За 10 месяцев ни один чиновник ни одного маната в Азербайджане не украл. Ни один азербайджанец один манат не украл у Алиева. Это почему азербайджанские чиновники не воруют 10 месяцев? При том, что у них столько денег нефтяных, у них как раз-таки полно денег. Даже если у Алиева 30% украдет азербайджанский чиновник, Алиеву плевать, он возьмет деньги и поставит на место. А в Армении каждая копейка – это деньги налогоплательщика. Мы 10 месяцев слышим об арестах. У меня уже такое впечатление, что половина правительства там арестована. Я просто хочу сказать, что у этих людей нет ничего святого. Они даже не помнят, что 10 месяцев назад 4 тысячи почти парней погибло, и 11 тысяч человек было ранено. И вы говорите, журналистам не надо критиковать. Мы не будем критиковать. Мы не будем критиковать. Продолжайте в том же духе. Нет, команда Пашиняна действительно не ценит людей, которые для них много сделали. Команда Пашиняна не ценит многих людей в армянской диаспоре, которые могут очень много сделать для Армении. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.